Выпускники 9 и 11 классов Муравленко активно подают документы на поступление в многопрофильный колледж. За первые несколько дней работы приемной комиссии здесь приняли более 70 заявлений. Документы приемная комиссия многопрофильного колледжа принимает с 1 июня. С начала кампании их подали 113 выпускников 9 и 11 классов города. А с учетом того, что каждый абитуриент имеет право заявиться сразу на несколько специальностей, в приемной комиссии уже обработано 156 заявлений. Самое популярное направление из 7 представленных – разработка нефтяных и газовых месторождений. Я с детства мечтал туда попасть. Копошиться в земле, на вахты ездить. У меня дядя работает, там 20 лет уже. Я по его стопам пошел. Второе в топе направлений – сетевое системное администрирование. Абитуриенты подали 40 заявлений. Алексей Пешванов давно решил, кем станет в будущем. Сфера IT и компьютерные технологии – это то, чем всерьез интересуется будущий студент. Уверен, обучение в колледже даст ему необходимую базу для поступления в ВУЗ. Колледж – это очень хорошее место, где можно обучиться любимой профессии, на которую так давно хотел поступить. Мой сын сам принял решение поступать в колледж, потому что это удобно, это не выезжая из города можно получить образование, находясь дома, как говорится, в кругу семьи, в кругу любимых людей, в любимом городе. И еще 4 года продлить себе так называемое детство, живя рядом с мамой. Абитуриентов, поступающих в этом году в многопрофильный колледж, ждут новшества. В этом году мы набираем на технической эксплуатации электрооборудования. А то, что из нового, дошкольное воспитание у нас в этом году, дошкольное образование, в этом году у нас набор идет уже посредством вступительных испытаний. Помимо рейтинга аттестата, мы оцениваем психолого-педагогическое тестирование, и девчата подгружают видеовизитки, рассказывают о себе. Заявления будут принимать до 15 августа. В случае, если останутся вакантные места, период зачисления могут продлить до 25 ноября текущего года. Приемная комиссия работает ежедневно. За подробной информацией можно обратиться в колледж в кабинет учебной части. Анастасия Попова, Виталий Сидняев, новости Муравленко.